Приветствую зрителей и подписчиков канала «Уральская усадьба». Сегодня монтируем теплицу арочная 1,5 метра в ширину, 3 метра в длину. На основании из профильной трубы где-то 150 на, не знаю, на 60. Что-то какая-то нестандартная труба. Ну, закрепили на акровельные саморезы. Очень мертво, надежно сидит. Все, каркас собрали, торцы обшили. Сейчас перекрываем. Двери, форточки. Нитки еще у нас будут. Продолжаем. Закончили монтаж теплицы. Теплица арочная. 1,5 метра в ширину, 3 метра в длину. Свалена конструкция с профильной оцинкованной трубы 20 на 20, 20 на 40 торцевой части. Толщина стенки трубы 1,5 мм. Поликарбонат 4 мм. 0,7 плотности это поликарбонат. Значит, снизу отливы. С этого торца дверь цельная. Тут крючочек, замочек. Значит, фундамент клиент сделал сам из профильной трубы, что-то типа 150 на 60 или на 80. Оно очень классно получилось, на кровельные саморезы закрепили весь каркас, то есть классно, мощно получилось. В теплице, значит, система подвязки, две нитки косины для большей жесткости конструкции и дальний торец, форточка. Все. Такая классненькая маленькая теплица получилась. Все, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всем пока.